Всем привет, с вами Андрей Чент. Ну что, продолжаем Resident Evil. Закончили мы на том, что мы катались на тележке. Приехали мы в подземелье, нормально у нас были покатушки, и теперь мы можем сохраниться после наших веселых покатушек. И давайте же... Так, может быть, в хранилище что-то положить? Вот давай Матильду положим в хранилище. Пока мы на нее не нашли тот наш великий прибор, пускай полежит там. И, наверное, давай... А, тут нельзя положить в хранилище. То есть в хранилище мы можем положить только оружие. Ну... Хотя бы Матильду. Ну ладно, а это мы тоже не можем, да? Окей, пускай пока Матильда полежит. А там дальше разберемся. Так, для дробовика нам не хватает. Гранаты у нас есть. Одна. Окей. А Матильдочка пусть пока полежит там. Господи. Согласен. Ну, ну нам вниз. Должен Давай. Быть другой путь. Идем. Вот зараза. Так, пока никого не видно. Так, мы можем спускаться вниз, вниз, вниз. А, нам и нужно спускаться вниз, вниз, вниз. Да. Типа тут по-другому никак. Окей. О, задание. О, бля, я забыл! Будь начеку, эти могут маскироваться. Я забыл про них уже. Где? Откуда? Вижу, не вижу. Хреном шершень. Тут на самом деле можно и арбалет взять, но патроны... Где? А вот. Ты зачем так делаешь? Бах. Три пороха, отлично. О, я вижу траву. Порох, винтовка. Трава. Желтая. Обязательно используем. Точнее сказать, создаем. О! О! А, так, бесконечный рой. Зона прогресс, уничтожь все входы в улей. Зона улей. Твой ход. Бля, я думал, что он уже вырубился. Смотри, вот а, бля, то что ж ты будешь... Ладно, давай использовать. Я, конечно, хотел аптечку использовать по-другому. Да сколько вас вообще? Бля. Где они? Перезарядка. А, блин, хотел. Да, бля. Зря. Хотел переключиться на самом деле на этот. Черт побери. И ни хрена не получилось. Так, улей. А, так мы в улей. Все, и нам нужно уничтожить три улья. Просто мы сейчас на самом деле на них потратим. Поэтому лучше мы... Даже знаете, что у нас есть маленький нож. И мы создадим... Стрелы. О. Все, и будем сейчас со стрел наваливать. Фу, насекомые! Будь другом, перебей их! Меньше болтай, чаще стреляй. Так, вижу одну. Эй, я наш мозг, а ты мышцы.
Один готов. Дальше. Зеленая трава. Вон еще один. Ох, бля! Заряжаем. Сапфир. Так, там еще лежал, вот он. Гаврик один. Замаскированный. Готов. А, бля, не заметил. Зараза. Че, сорванет? Так, так, так. Бочка. Зеленая трава, зеленая трава. А, ну давай создадим с красной сначала. И одну зеленую оставим. Так. А, там еще стрелы были где-то мои. А, я по-моему. А, нет, одно вижу. Одну точно достану, а вторую. А, так я и вторую достал. Все, вся обойма опять при мне. Так, уничтожить улей. Так вон улей. Это ж улей. Да, это улей. Один уничтожили. А, вижу второй. Второй уничтожен. Так, третьего пока не вижу. Да. Пока только два. Идем дальше. Оп, стопе. А я вон вижу замаскированный хрен. Готов. Зеленая, зеленая. Сука, у нас травы здесь, я смотрю прям. Бери, не хочу. Так. Пока не вижу. Ладно, там где-то было. Ух, рвануло, да, как хорошо. Прям так и хотел, всегда хотел использовать эту бочку на кого-то. О, сокровище. Золотой слиток. Окей. Идем дальше. Так, пока никого не вижу. Но слышу. Давай, выходи. Смотри. Бам. Готов. Ага, вон еще летают. Упал. Так, вижу улей. Где-то еще один. Что, живой еще? Уже не живой. Так, у нас где-то еще один улей. Я так понимаю, он с какой-то стороны спрятан. И нам нужно его найти. А мне вот интересно, а то улей или нет? Вот это вот. Это что? Нет, это не улей. Ладно. Все улей находятся здесь. Очень было похоже, но не оно. О, тихо, 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 тихо. Где? Не вижу. Вижу. Придется брать пистолет. Упало?
Оно взлетит? Ладно. Так, что здесь? Тоже какой-то проход, да? Дружище, привет. Только лучшие товары. Только лучшие. Да, я сохранюсь. И посмотрю, что я вообще могу тут, может быть, скрафтить. А могу. Давай. Объединить. Так, было 1.5. Ну, ни хрена. 2 плюс 1.5. Окей, а так? О, 2 плюс 3. А если вот так? 2 плюс 2. Ладно. То есть вот его самый... такой вариант. Давай сюда вставим. Например, один синий. А если второй синий? Бонус 1.2. А так? Бонус 1.1. А так? Бонус 1.1. Окей, 1.2. Подходит. А больше ничего. Все. Продаем. Привет. Что покупаем? Часы, слиток, самоцвет, графин и элегантная корона. Так, что куплю продаешь? По высокой цене. Что продаешь? Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. Материалы Привет. Продает, подожди. А у меня что по материалам? Так, одну так сделаем. Для дробовика. Окей. Они материалы на самом деле мне не нужны. Что ты еще продаешь? У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Это на выкуп у тебя? Ну ладно, это такое. Давай по улучшениям. Так. Починить, повысить скорость атаки в 1.5 раза. Повысить, не повысить. Ну давай, нож будет на максималку. Если хочешь остаться в живых, ну, мы вложили в это оружие все, что могли. Все, что могли. Давай поремонтируем броню. Так. Ну, слушайте, я с пистолетом, на самом деле, с этим карателем хожу хорошо. Я бы все-таки его силу улучшил бы на максимум. Ты сразу заметит разницу. Перезарядка и по боеприпасам можно добавить. Все, как ты хотел. И скорострельность. Удивлен, да? И давай. Все. Что, это все? Мне кажется, это шикарно. Мне кажется, это шикарно. Сохраняем. Так. Ну, пошли. Можно было не перезаряжаться, ну ладно. Так, где еще? А, вон она, вижу. Вижу эту хрень. Раз. Два. Три. Четыре. 5. Все, подожди, так мы закончили миссию. Давай наш этот приз. Ну, я молодец. Что у нас? 10 штук. Могу тебе помочь. Так, а что ты продаешь? А, вот оно, ложе для Матильды. Жутко ломит. Что поделаешь? Старость и Ладно, подождем. Устанавливается на винтовке некоторые виды автоматического оружия. Стоп. Оптический прицел с тремя степенями на винтовке. А у нас это считается винтовкой? Штурмовая винтовка, да. Ага, я могу либо поставить туда, либо сюда, да. Полуавтоматическая винтовка, полностью автоматическая винтовка. Оптимальная длина ствола, обеспечена лучшее соотношение. Прицельный огонь. То есть, если я, получается, сниму и помогу, и получается, могу поставить вот на этот, правильно? Да. А ну.
А если сравнивать этих два оружия, привет, как они по урону? Продать, вот я хочу. Вот улучшение. Вот, сейчас у меня вот это раз, вот это два. О, друг, что может ну быть здесь сила помощнее. Чем переделать оружие под себя. Точность плюс-минус. Ну тут и скорострельность в два раза быстрее. То есть тут урон такой, а здесь урон такой. Но они на самом деле чем-то похожи, но это урон в два раза больше. Хотя мы эту даже и не прокачивали, да? Итак, ладно. До встречи. Потом, если что, для Матильды оставим. Пока что еще собираем. А вот и лифт. Поехали. Ну давай, заходи. Нормально потусили, покатались, американские горки. Фух, устал. Хорошо, что придумали лифт. Я одного не пойму. Зачем ты так рискуешь? Мы ведь для тебя никто. Я же сказал. Мне от этого легче. Хоть раз ответь прямо. Лос Иллюминадос. Я на них работал. А, вот оно что. Помогая вам, я не смогу искупить вину, я знаю. Но все же я не хочу, чтобы люди страдали. Ну, раз так, будь посерьезнее. А ну-ка, цыц, Санчо Панса. Так. Выбрались из этой дыры. Ага, сейчас что-то будет, какая-то зараза за сраку укусит. Свежий воздух зовет нас. Порфин. И раз уж мы добрались сюда, значит, мы почти... Почти что? Бля... Его кто-то грохнул. Луис! Давненько не виделись, салага. Майор Краузер? Какого черта? Зачем? Разыскиваю украденный груз. И заодно крысеныша убиваю. Плевое дело. Эшли, это был ты. О, умный мальчик. Чему я тебя учил? Ножи быстрее. На себе он быстрый. Стремительный, как понос. Неплохо. Так, ну я пока ничего не делаю. А вот сейчас, наверное, начну. То есть я должен его грохнуть, да? Что делать будем? Сектантам? Они тут вообще ни при чем. Я сам сделал этот выбор. Удар ножом. Секунду, у нас там по здоровичку чуть-чуть проблемка. Чем будем лечиться? Ну, наверное, этим. Черт. Ты не оставляешь мне выбора. Так я нажал уклониться. Болтать, салага. Пора поставить точку. Бля. Да ты замахал. А, так и продумано. Все, ладно. Ты бессмертный, Луис. Поиграли и хватит.
Ты ни черта не изменился. Как же обидно. Что, продолжаем махач дальше? Или он уйдет? А, он ушел. Окей. Что, друг, плохи мои дела, да? Все девушки мира будут скорбеть. Mm. Помолчи. Эх, Луис, вот Луис. Дверь. Ключ от лаборатории. Иди туда и извлеки этих паразитов. Спаси Эшли. Дай бы подкурить. Знаешь, я жил по-мудацки. Но теперь-то... Что скажешь, Леон? Люди меняются? Не уверен в твоем случае. Ты преследовал корыстные цели. Но мне тебя жаль. Ты нас немножечко спас. Он же не воскреснет, правда? Глава завершена. Итак, печатная машинка, сохраняемся. И понеслась. Что ж, прощай, Дон Кихот. А вдруг он еще воскреснет? Или не факт? Так, ты ключ Луиса. Краузер. Нам, а куда нам? Окей. Так, выберитесь на поверхность. Окей, вот зеленая трава, супер. Мы можем сделать, создать. Оп. Есть. Может, тут еще где-то спрятано? А вот еще зеленая трава. Вот. У нас тут, я смотрю, парад зеленой травы. Все, теперь все. Больше нету. Выбираемся. Че, снова на лифт? Мы можем выше поехать, да? Да? О, Леон, Ада. Времени мало, слушай внимательно. Твоя подруга на вершине часовой башни. Поспеши, иначе она станет такой же, как и они. А, у тебя все-таки есть сердце. Мне надо сказать спасибо? Да, надо. Так, идите к часовой башне. О, стоп, 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 стоп. Что у тебя за задание? Продать поцарапанный изумруд? Помогите мне вернуть самоцвет, украденный наглой вороной. Бьюсь за обклад, она сейчас лежит у нее в гнезде. Это, между прочим, фамильная драгоценность. Игрушки. Окей, а здесь что? Смотрю на его физиономию и... Оторопь берет. Я прошу об услуге, нужно найти способ изуродовать его портрет в комнате, которая изображена на этой фотографии. Как именно, даже не знаю. Можно, например, ударить его чем-нибудь. Поручение испортить портрет Рамона. Ага. Еще раз, нужно ударить его чем-нибудь. Ударить, а чем и ударить? Ножом? Так, ну тут сохранение, окей. Так, а продавать мне тебе нечего, по-моему. Привет. Мы только... Что, ну ладно, покупаем? Вот одно. Все. Спасибо. Пока больше ничего. Ты только там не... Пока больше ничего. Бейся. Хотя, ну, привет. Нож можно продать.
Мне этих стрел, конечно, с головой. Тот карманный. С тобой. Приходи в... Уж а мне как бы по стрелам хватает, если честно. Любое время. Можно стрелять и стрелять. Ага, можем и судой выйти. Окей, а куда эта колесница нас повезет, если мы на нее сядем? Интересно. А вот интересно мне. А вот хочу покататься. А куда? А вот и часовая башня. Эшли, держись. А, я хотел в другую сторону. Я передумал, подождите. Давайте обратно. Что было тогда сзади? Я что-то не посмотрел про часовую башню. Сейчас мы сюда вернемся. А мы открыли там что? Задний двор, наверное, правильно? Типа... Секунду. А вот здесь что? А, это где были эти... Жучки-паучки. Все. Бальный зал. Окей. Это если типа мне нужно вернуться назад, какое-то сокровище отыскать. Окей. Так, значит, нам нужно изуродовать портрет и найти какое-то гнездо. Воронье. Гнездо вороны. Правильно? Давайте еще раз. Что он мне по заданию дал? Самоцвет, боюсь, он... Об заклад, он сейчас лежит у нее в гнезде. Так, ворон тут я пока что не вижу. То есть мне нужно будет найти гнездо и забрать оттуда самоцвет. Окей. Тут сейчас меня кто-то ждет, 100%. Нет? О, сохранилось. Так, часовая башня. У нас здесь закро... Выходите, по... Опять ты, карлик. Какое же завидное упорство, мистер Кеннеди. Однако, боюсь, твой путь завершен. Прогнать нарушителя! Ага. Черт. Ну, мы сейчас уйдем. Давайте. Мы готовы. Ага, вон они, вон они, вон они. Вижу. Вижу. А, надо поставить, я понял. Поставим прицел на этот. Бля, промазал. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Трусится прицел немного. Готов. Так, минус один. Так. А где остальные? Ага, вижу. Еще одного. Может, туда гранату им закинуть? Вроде нормально жахнуло, да? Так, у нас есть арбалет. О, бегут, бегут.
Давайте, давайте, иди сюда. Оп! Ах ты, бля! Да блин. Закончились немного. Куда ушел? Так, есть контакт. О, хорошо. Позабирали стрелы. Так, пока не вижу ничего. Где они молятся? Так, ну тут я еще стрелы пооставлял немного. Тут песеты. О! Еще минус один. Порох. Сокровище. Золотой слиток. Так. Еще были песеты, еще были стрелы. А че, я не вижу их? А, вот вижу. Все. Ну что, продолжаем дальше? Полезли на... Полезли наверх? Ну, одну стрелу только не забрал. А вот она. Красная трава, отлично. Берем для улучшения. У нас тут красная, зеленая. Давай вот так вот. Так, что у нас по патронам можно создать? Винтовку пока нельзя, да? Окей. Ага, вижу, вон еще гаврик стоит. Можно патроны винтовки на самом деле сэкономить и просто накидать ему вот так вот. Так, а как к нему попасть? Так, нему нужно... А, бля! Ёшкин дрён! Вот это было неожиданно! Ни хрена себе ты меня испугала! О-о-о. Немножечко усрался. А что там? Так. О, бля! О, бля! Так, секунду. А что мне нужно делать? Так, что-то я не соображаю, секунду. Поднимитесь на вершину. Окей. То есть я должен как-то обойти?
Ну, а здесь как мне пройти? А может, мне нужно... Все, я понял, мне нужно понемногу подниматься. Бля, где он кинул? О, бля, попал. О, не заметил тебя, кучерявый. Так, а у нас жизни заканчиваются по чуть-чуть, да? Двоих. О, кто-то идет. Пацаны, я без вас. Приятно чувствовать в таком месте. А, меня не убило. Отлично. Меня не убило. Так, а у меня по жизням... Ну, можно использовать было бы. Да? Можно было бы. А вдруг, блин, сдохну? О. Так, патроны для винтовки обязательно. Для пистолета не обязательно. О, бля! А, они постоянно кидают. О, бля. Ушел. О, бля. Пацаны, вас чуть-чуть переехало. Так, тут никого. А, вон тут животное, а? С арбалетом. Говно собачье. Есть контакт. Так, тут же я никак не выйду. Ждем, пока прокатится. Пошли. Так, здесь мы можем стоять. Давай, давай, давай. Пошли. Что, бессмертный или что? А что я нажал? Я просто как-то не заметил. А! Они идут, а я на них скидываю. Я понял. Ну ладно. Все, всех завалил. Идемте заберем от них то, что повыпадало. Или там еще идут. Ручная граната. Так, а где они поумирали? Я где-то их видел. Не? Все? Ну ладно. Тогда
Двигаемся дальше. Так, что у нас по патронам? Тут у нас полная обойма. По пистолету, ну, уже заканчивается понемногу. Но еще есть. Окей. Так. Ну, спускаемся. Окей. Карманный нож. Так. Сокровище. Часы. Давай сразу туда вставим. У меня синих, хоть отбавляй. Бонус 1.1, да? А если этот? Тоже 1.1. А если этот? Тоже 1.1. Короче, тогда этот оставим. Так, ну здесь больше ничего нету. Хотя не, сокровище еще какое-то показывают. На той стороне. А где? Так, стоп. Где-то здесь. А, я должен открыть, наверное, да? Ну, тут нету. То есть оно наверху. Лифт. Как удобно. О, бля. Побыстрее его валим. О, бля! Черт. Так, где, откуда, кто? О, бля. Ушел. О, плохо дело. Черт. Надо сбросить балласт. Где этот колдун? Не вижу его. Зараза, где он? А вот он. Оп. Ага, вижу. Простите. О, бля! Не вовремя-то как! Да, бля! Какая-то гребаная перезарядка будет. Давай! То животное так и не сдохло, да? Зараза. Подойди к бочке. Я б тебе пулю бы добавил. Вот один.
Давай, хочется, так-то хочется тебе, блин, посраки надавать. Где ты? Выглядывай. Убежал, да? Ну ладно. Хрен с ним. Так, что у нас по патронам? И что? И? А, я понял, беги дальше, да? Так, подождите, было еще какое-то гнездо, вы слышите этих ворон? А где гнездо ворон? А, сокровища были. А вот реально, а мы можем спуститься? Чтоб что-то позабирать? Или это уже... никак? А я реально не могу спуститься. Не дает нигде. Ладно. Я думал, может, там патроны какие-то пособирал бы. Так, где гнездо, черт побери, вороны? У нас еще задача по гнезду вороны. О, стоят. Голубки. Ну, давайте. Первый. И второй. В смысле, не попал? А это я уже поспешил. Снял. Окей. Кто еще хочет? Ой, мне кажется, там находится драгоценность. Вот не знаю почему, хочу стрельнуть. Да, я был прав. Даже по карте не смотрел. Просто ну так он как-то палевно висел. Следуйте за Эшли? В смысле следуйте? А где она, чтобы за ней следовать? Ладно. О. Главное, не упади. Желтый алмаз. Кто Матадло? А, ты не умерла? Теперь умерла. Так, сейчас я к тебе зайду, дружище, секунду. Просто один момент у меня. А где, черт побери, гнездо птичек? О, чую, ты недавно побывал в бою, друг. А то. О, желтая трава. Сейчас мы сделаем. Ой, красная трава прям. Так, желтая трава. Где у нас? Вот. Создать. Есть контакт. Красная у нас будет. Ну тут мы не можем создать с красной. Да. Поэтому подождем. Можем сохраниться. И подняться наверх. Я единственное не нашел гнезда этих ворон. Либо оно дальше будет. Патроны, патроны, лечебный спрей. Странно, хрен его поймешь где-то. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Держи. И это держи. Спасибо. Так, что у тебя можно купить? Для Матильды... А, не хватает, я же задание еще не выполнил. Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. Давай починим. Удачи это. Тебе, починим это.
По арбалету у нас. Но арбалет тоже хорошая штука. Боеприпасом, сила. Ну давай боеприпасы. Но, друг, что может быть придержи? Все, как и добавим хотел. Силу. Выполни остальное. Как говорится, когда вообще не будет у нас оружия, то арбалет всегда понемногу нас спасет. И чем идти дальше? Иначе придется гадать, как все могло бы обернуться. А, выполнив оставшиеся просьбы, то есть, значит, все-таки где-то я упустил. Где-то я упустил. Провалено? Подожди, в смысле провалено? Бляха-муха. Это надо было в дворе сделать. Все. А я вернуться не могу. А двор у нас был... Где у нас был двор? А когда я успел провалить? Вот тут мне нужно было вообще прям вернуться. А уже ж не вернусь. Да. Я понял, почему провалено. Я ж теперь вернуться не могу. Ладно, пошли дальше. Хрен с ним. Это нужно было до часовни мне еще вернуться, и тогда, может быть, получилось бы. Окей, патроны пистолета. Ну пошли! Итак, девушка у тебя... Все, как я и обещал. Скажи владыке, чтобы не забывал о верности своего слуги Рамона. Эшли! Что, будем с карликом бороться? Как глупо, мистер Кеннеди. Владыка Сэдлер одарил тебя своей милостью. Много болтаешь. Но ты так и не... Ты грубая, бескультурная! Чё, бессмертный? А, убили его. Все отлично. А я думал, карлик бессмертный. Ой, мне кажется, он сейчас в кого-то превратится. О, бля, наша песня хороша, начиная сначала. Силу дал мне мой владыка! Силу Бога! Все готово к финальному акту! Ох, бля. То есть мне нужно... Ты уже сыграл свою роль. Такая пьеса не для меня. Так покажи мне, какой должна быть пьеса. Где он? На собственном примере. Ох, бля! А, надо было вернуться. Окей. Иди сюда. Ой. Ох, бля. Зараза. Блин, не хотел до последнего дострелять. То есть нужно каждый раз уворачиваться от него. Я даже не знаю, есть смысл мне подниматься на второй этаж. Ну я ж понимаю, что я... Так, Рамон, кислотный плевок. Прячьтесь за окружающими предметами, чтобы избегать... Окей. То есть я должен прятаться. Так, что у нас по патронам? Давай посмотрим. Дробовик можем сделать, либо пистолет. Давай дробовик. Угу. Так.
Окей. Итак. Так. Так, прятаться. Давайте здесь пока постоим. Такая пьеса не для меня. Так покажи мне, какой должна быть пьеса на собственном примере. Опа. Так, я его пока не вижу. Вижу. О! Промазал. Так, есть. О, бля. Где он? А где он? Ой, бля. Прям под него подлез. Черт побери. Да бля! Есть контакт. А, поджарил. Не вижу. Следите за языком, но... Что подумают зрители? Бля. Тебе больно? Страшно? Ты страдаешь? Так лечиться, не лечиться еще, я думаю. Муки такие мерзкие. Где он? Вон он. А, бля, ну серьезно? Блин, так все хорошо шло. Не увернулся, да? Зараза. Блин. Ну, у нас по жизням. Раз, два, три. У нас еще, конечно, есть гранаты. Давай попробуем еще раз. Итак. Так что не увлекайся. Ты уже сыграл свою роль. Такая пьеса не для меня. Так покажи мне, какой должна быть пьеса на собственном примере. Где он? А, вижу. Ага. Все, теперь я понял. То есть у него есть момент, когда он начинает атаковать. И вот этот момент мне нужно убежать. И неважно, стреляю я по нему, не стреляю. Я его остановить дробашом не могу. Окей. Окей. То есть главное не попадаться ему вот. Давай. Итак. По моей версии, ты всего лишь статист, мистер Кеннеди. Так что не увлекайся. Ты уже сыграл свою роль. Так, за... Такая пьеса не для меня. Заходим на дробаш. Главное не попасть ему в рот. Где он? Ждем. Ждем.
Вот он. Есть контакт. Бля, перезарядка долгая была. Давай, выходи еще раз. Вот он. А, тут надо было пистолетом, зараза. Промазал. Ушел. Бля, и... Не, слушайте, под низом мне нравилось больше всего. Есть контакт. Давай, беги! Уходи! Следите за языком, милорд. Что подумают зрители? Тебя ждет смерть. Уходим. 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 Да я ж уходил, ну блять, ну... Ну как я должен, я ж не могу даже парировать этот момент. Не, я не хочу наверх идти, правда, мне наверху не нравится. Мне как-то снизу больше нравится. Ну это издевательство какое-то. Нету места, в смысле? Давай, дробовик. Капец просто какой-то, ну. Итак... Ты уже сыграл свою роль. Такая пьеса не для меня. Так покажи мне, какой должна быть пьеса. Сейчас тебе покажу. Сейчас все покажу, выходи. Говно собачье. Где ты? Вон он. Бля. О, бля. Патроны для пистолета. Так. Чё, пока лечиться не будем? Да я ж уходил, блядь. Я не знаю, бля. Может, надо просто... Блин, ну, братья, если бы просто бегать, у него эти, блин... Упавшие на землю кислотные бомбы взрываются, если подойти слишком близко, уничтожать их выстрелами. Ну, он же ж, бля, везде меня достает, черт побери, ну. Ну давай сделаем вот так вот.
Если прикрепить мину. Давайте мину прикрепим. Так. Такая пьеса не для меня. Ты червь! А, я реально его попал? Бля! Ни хрена себе попадание у него было. Слушайте, а хороший урон был, да? Я так понимаю. Что подумают зрители? А, бля, попал. Попал. А? Ух! Он еще не умер, да? Давайте я сразу подлечусь, мало ли вдруг что. Я хочу подлечиться. Желтой, да. Бля, мины эти мне очень понравились. А у меня еще есть? А у меня закончились. Да, не хватает пороха. Да, нету. А, бля, не получилось. Тебе больно. Страшно. Ты страдаешь. Твои муки такие мерзкие. Иди сюда. А? 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 О, можно убить. Давай, умирай, зараза. Нет. Да ты издеваешься. Фу, хорошо хоть не убил. Блин, зараза. Где он? А, вот он. Наконец-то, мальчик с пальчик. Не, ну слушайте, арбалет с минами, это был топчик. Вот согласитесь, я прям на арбалет с минами посмотрел другими глазами. Я понимаю, что если была бы ракетница, тоже можно было бы валить. Но арбалет с минами прям сделал дело. Тупо два раза в подряд мин только не хватило уже потом. Ты что? Я хочу еще сделать. Можно? Нет, не можно. Ладно, винтовка. Фух. Фух. Что у нас по патронам? Это... А, тут три патрона. Давай зарядим. Какой потный был хрен. А что это в стене? Это мои стрелы или что это там? А, типа нет уже места, куда что ложить. Ну все. Пока что все. Давай зарядим. Ох, 8 патронов. Мы как раз хорошо арбалет качнули.
для дробовика. И у нас еще есть гранаты, если что использовать. Световых нету, правильно? Правильно. Стоп. А какая-то у нас... А, зеленая. С красной мы не смешаем. Эшли, надо спешить. Тут ничего. Не, есть немного. Создать-то... Не, ни хрена мы не создадим. Ну тут можно на самом деле вот так вот если крутануть. Вот. Все, теперь влезло. Поехали. Не, ну арбалет это прям было сильно. Это было сильно. То есть урон хороший вносился ему в голову, когда арбалет. То есть может таким же принципом было и гранатами, но гранаты надо еще было бы попасть в правильное место. А арбалет бац, приклеился, видели, он исклеил ласт. Краузер. Ага. Куда Чё? Ты ее везешь? На Мальдивы. Конечная. Так, патроны для пистолета. Угу. Ой, господи. Порох. Что можем сделать? Потому что с места вообще ни хрена. Да, хрен мы для винтовки не можем тоже пока что сделать. Ну, если что, можно ножи выбросить. Либо мы их сейчас продадим. Так, крысы. Стоп, а вы как жизни будете или нет? Нет, не будете. Вас жрать нельзя, да? Ладно. Ладно. Тут мы все забрали. Идем дальше. Тут ни хрена, тут ни хрена. Сейчас, наверное, где-то наш торговец будет. Тихо. Так, записка экономки. Я подвела вас, милорд. Я не сумела исполнить вашу последнюю волю и уберечь мальчика от греховного пути. Я замечала, что еще в раннем детстве господин Рамон проявлял свою злую натуру. А, я понял, это за того, кого мы завалили. Окей. Уже злого мальчика нету. Мы ему уже наваляли. Так, патроны. Патроны для пистолета. Ну... Хрен его даже знает. Давай выбросим нож. Или создадим стрелы. Вот это, вот одну стрелу выбросим. Она лишняя. А эту положим... к нам. О, то есть то для дробовика немного не хватает. Да, патроны для пистолета. То есть у нас тут 28 патронов, и это хорошо. Супер. Все-таки не в... стоп, лавь. А так светится, как будто мы здесь можем сохраниться. Но это все иллюзия, я понял. Я думал, тут наш торговец стоит. Тут ни хрена, тут ни хрена, только там от... можно одну разбить. Самоцвет. Ну поплыли? Давай. Греби. Черт. Что ты ищешь? Привет, малыха. Фух. Я вот думаю, что вот на этой главе мы с вами и завершим.
И увидимся уже в следующем выпуске. Будем спасать Эшли, и теперь у нас новая напарница Ада. С вами был Андрей Чент. Проверьте подписку на канал. И до скорой встречи.